Доброго всем времени суток. У нас Василиса попросила меня заснять сей момент. Василиса, что мы снимаем? Лепка из цветного теста. В общем, мы открываем подарок. Это мне папа подарил на день рождения. Это что? Дай мне еще раз. Дай мне коробку-то, я посмотрю. Коробку-то дай мне. Да зачем она? Да зачем она, да. Так. А, нет, это на... Это не наклейки. Вот, иди. Вот и Жанна проснулась. Жанна себе тихий час устроила. Обиделась на всех. Сегодня она у нас очень агрессивная девочка. Обижает всех. Его не трогай. Поставь на место. Нормально хоть кого показать. У меня телефон дергается. Это что такое? Плохо снимает. А это что такое? А не знаю. Нужно читать, смотреть, что это такое. Какая-то подставочка. Ее нужно собрать под кексики, наверное. Надо было сначала почитать, что и зачем. Снежан, ты все загородила нам. Весь обзор. Да, мама, такая коробочка. Такая коробочку нужно собрать. Ну ты остальное это все доставай. Мы посмотрим, что там внутри в этой коробке. А потом, когда уже все достанешь, я еще раз включу. Василис, достань все остальное из коробки. Подставочка. Это, наверное, формочка под кексик. Ну да. Вот так, что ли, встать. Они сейчас стороной встанут все. Не видно будет. Всякие формочки. Снеж, я уже не знаю, как мне встать. Ну, совсем не видно. Отойдите, а то еще. Всем все любопытно. Всем интересно. Мне самой интересно, что там внутри. Там еще что-то есть. В моем детстве не было таких наборов. Был обычный пластилин, из которого я, между прочим, не очень-то любила. Все, Вась, собирай. Тарелочка. Я смысл не понимала. Смотрите, тарелочка. О, это тоже платочка. Потому что пластилин был ужасного качества, его пачкались руки. Это я про свой рассказываю. Из моего детства. Пачкались руки, мы им газетками эти руки обтирали. И когда в школе были занятия по лепке с пластилина, я это ненавидела. Вообще неприятно мне было. Да, это нужно собирать. Это палочка. Ты все достала? Нет. Давайте выключим. Когда ты все достанешь, еще раз включим. У меня телефон дергается. Все. Так это собирать. Это подставочку собирать. Палочка. По типу, как у нас под тортик еще такая была. Тарелочка. Помнишь, Вась? Да. А вот она на картинке есть, такая подставочка. Видишь, это вот основная стойка. А вокруг нее будут тарелочки. Вот еще одна. На которые тарелочка. Вы вкусняшки налепите. Вот тарелочки, еще одна тарелочка. Да. Там еще что-то в коробке есть, нет? Да. А что еще в коробке? Это что-нибудь. Вася не дает никому ничего трогать. Сама хозяйка. Медной горы. Так, не надо. Что не надо? Говорить про тебя такое не надо? Да. Угу. А как мне про тебя говорить? Это самый низ. Би-би-би-би-би-би. Вася, доставай еще. Я не Вася. Василиса. Хватит называть меня уже Васей. Надоело. Называть Васей меня. Это что такое? Мама, можно заберу? Это ты Василису спрашивай. Вот, можно заберу? Вот это-то. Мама. Я сама могу. Кто-то нужен вот это. Так, давайте до конца собирайте все. Я потом еще раз включу. Это вниз. Все, прибежали за мной. Сказали,
Мам, вот, все стоп. Готово. Иди снимай. Вот что получилось. Это нам брат помог сделать сумочку. Как будет делать? Думаешь, одно? Это несколько в одной. Четыре в одной шпаре. Это показание, как можно сделать. Это стеки, тарелки. Цвета показать? Все, показывай. Нам все интересно. Подожди, на коленочке стану. Снежок чуть-чуть красный, в сторону. Желтый. Вот так. Правда, Снежан здесь уже ткнула пальцем. Ну, ничего страшного, вы же все равно лепить будете из него. Вася лепить будет. А что, тебе это уже не даст полепить-то? Нет. Ты прямо уверена? А почему она тебе не даст полепить? Что ты ей сегодня сделала? Ты не знаешь? Я сегодня хорошо себя чувствую. Шоколадом пахнет. Угу. А белый пахнет ванилью. Егор. Снежана сегодня Васю обидела, да, пока меня дома не было? Да. Хлестанула пальцем по лицу. А это пахнет свежей клубникой. Угу. Мама, а можно Вася нам даст? Кстати, белый всех меньше. А это желтый. Свежим ананасом. Желтый. Ананасом пахнет? Да, свежим. Угу. И здесь на карточках что показано? Как цвет сделать или что? На коробке как цвет сделать, а это как пироженки можно сделать. Ага. Сделай. А украсить чем посыпочку? Как? Тоже из этих вот лепить мелкие шарики? Да. Или там тут пакетик с посыпкой есть? Тут специальные стеки для этого. Ну, стеки, понятно, чтобы нарезать. Нет, не для... Пакетика-то нет с посыпочкой-то, нет? Не-а. Угу. Стеками можно делать это. Можно, знаешь, как сделать, Василис? Снеж, немножко загораживаешь, дочь. Мы, когда ты сделаешь кексики, украсишь вот здесь все, мы купим настоящую кондитерскую посыпочку, она же дешевенькая, и ей посыплем. И будет красиво. Да? Я посыплю. Угу. Так, какой значит, с этой начнем. Егор, клоуна выключи. Вот, все, веди себя хорошо. Да, ну-ка давай мы тебя посмотрим на нормального человека. Нормальный человек, конечно. А как вот это вот делать? Надо смотреть, читать. Ты прочти сначала все инструкции на коробке, а потом приступай. Там есть инструкции. Где? Ну, посмотри. Все, должно быть вложено. А внутри нет? Нет, да, это просто так положено. Значит, вот здесь должно быть написано. Надеюсь, кто-то написал. Цвета. Вот. Здесь только написано, как если тесто попало на ковер. Как получить цвет. Вот, комплектность набора. Где? Желтые? Да. Вот это вот? А, ну так вот здесь посмотри, как показано просто на картинке. Как использовать вот эти все формочки из этого теста. Как рулетики сделать. Интересный наборчик. Ладно, деточки, пойду я. Стоп, да. Надо снять, как я делаю. Вот сделаешь, когда, и я тебе потом уже готовый результат сниму. Хорошо? Угу. Всем пока. Хорошо. Всем привет. Еще раз, да, всем привет. Василиса что-то нас слепила нам показать. Ой, как телефон дергается. Вот если у меня накроется телефон, все, девчонки, мама, снимать будет нечем. Давай. Ну, я в камеру не снимаю. Подожди, Вася. Его не трогай. Фокусирую. Попробую. Угу. Что у тебя? Капкейки, да? Пироженки. Что еще? Кексики. Это уже мы сняли на фиолетовой тарелочке. Давай еще на другой покажем. Здесь у нас что? Ой, какие. Мама, красивые. Вот моя подкамера. Аромат, конечно. Пахнет прям вкусняшками. Уж не знаю, как, насколько это безопасно. Надеюсь, что безопасно, потому что коробочка вся на русском языке. Написано, что сертифицировано. Мама, спрашивай меня, что я посуду вытираю. Снежана у нас посуду вытирает. Ага. Намытая посуда, она ее вытирает. Мама, почему я... А из-за нее сейчас у меня кексик упал и сломался. Ну ладно, ты бы его отремонтировала. Руки-то не пачкаются с таким тестом? Не-а. Нет? Вот еще. Пачка. Мама, сними кексики. Кексики.
кексики. Красивые, вкусные кексики. Чуть все сняли тарелочки. Мама, а почему я в камеру не лезу? А почему ты в камеру не лезешь? Я не знаю. Меня там нету почему. Тебя там нету? Давай ты там будешь. Иди сюда. Вот и ты тут в камере. Высуни язык. Не надо так делать. Некрасиво. Так и останешься и будешь ходить лопоухий. Все, Жан, давай, моя очередь. А что ты не отбираешь? Ты ушел, не стал вытирать. Жанна пусть вытирает. Не отбирай у Жанны. Не надо. Вон полотенце. Мама сидит, ленточки делает с краешку, притулилась. Такие вот. Такие вот красивые бантики. Всем пока. Всем пока, Васина ладошка. Всем пока. Всем пока. Всем ставьте пока. Лайки, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш телефон. И не ставьте дизлайков. Да никто нам не ставит. Два. Ага. Два.